Сегодня, 20 июня 2012 года, закончен очередной семинар Тэйцзицюань, посвященный здоровому образу жизни. В этом семинаре приняло участие более 120 человек. Цель семинара – показать участникам нормальный путь к здоровому образу жизни. Сегодняшний семинар прояснил для участвующих, может быть, даже они увидели пропасть, в которую они попали, употребляя наркотики. И сегодня для них по-настоящему было, может быть, показано откровение здорового образа жизни, нормального образа жизни. Это то, чем гордится человек, должен гордиться человек. И, может быть, сейчас, когда ребята несколько месяцев назад стояли на краю могилы, они теперь будут ценить, что такое здоровье, они теперь будут ценить, что такое жизнь, они теперь будут стремиться к тому, что мы во многих ситуациях просто не ценим.